Так, всем добрый день. Сегодня у нас непростой случай в очередной раз. Молодой человек с рецидивным свищом прямой кишки. Порядка 3 лет назад было вскрытие парапроктита. 2 года назад первая попытка иссечения. Год назад вторая попытка иссечения. Обратился он ко мне вчера остро с жалобами на боль в заднем проходе, гнойное выделение. Ну, собственно, у нас, к сожалению, рецидив свища с парапроктитом. Сейчас мы будем решать этот вопрос одноэтапно. Вскрываем, дренируем гнойник, находим свищ, производим лазерную деструкцию, термооблитерацию свища, обрабатываем полость гнойника с помощью лазера, проводим деконтаминацию. Ну, молодой человек сегодня, по идее, у нас к вечеру должен пойти домой. Так что приступаем. Операция закончена. Ну и мы столкнулись с довольно-таки сложной, серьезной ситуацией. Оказался у нас экстрасфинктерный свищ на границе прямой кишки анального канала. Оказался у нас еще один трансфинктерный свищ, расположенный в середине анального канала. У нас 3 затека – ишиоректальный, ретроректальный и межсфинктерный. Ну, справились с этой задачей. Ну и, собственно, это не влияет на планы по реабилитации и выздоровлению пациента. Также он сегодня у нас пойдет домой. И, в принципе, с большой долей вероятности мы ему гарантируем радикальное лечение без каких-то больших мучений в послеоперационном периоде. Больших ограничений у нас не будет. Ну, придется почаще показаться.